use some more phrases. So to say that you work with something, yeah, you may use the phrase, I work with, and then you have a noun. Then you can also say, I deal with. Имею дело с чем-то. Работаю с чем-то, делаю. Работаю с чем-то, имею дело. And also, I need to. Это есть глагол. Тут у вас будет noun, verb. Ничего не суду. Need to. Need to. Это мне нужно что-то делать по работе. Это все noun. Сейчас, да? Нет, noun это существительное. Слова, отвечающие на вопрос что? I deal with what? I need to do what? Так, то есть, например, у вас будет, скажем, мне нужно проектировать. Так, and you would say, I need to design a project. Да, разрабатывать проект. Need to design a project. And then you would say, I deal with equipment. Or I deal with... И смотрите, что у вас там. И существительное. With procurement, например. Так. I work with construction. Так, вот эти три фразы. Okay, so now let's work with in pairs and try to tell each other what you deal with. По-русски объясните, что вы хотели сказать, что-то я не понял. О чем? So we're going to use these three phrases. Work, это получается... You use these phrases to talk about what you do at work. Этими фразами пользуйтесь, чтобы сказать, да, что вы делаете по работе. So now we're going to work in pairs. Please, Олег, we work with... Work with. Работаю с... И тут пойдет какой-то объект. Не действие, не глагол. Computer. I work with construction, computers, with machine. Tables. I deal with тоже будет. I deal with, допустим, project. Deal with projects, да. Имею дело с проектом. Тут что? Need. Значит, необходимо. Нужно. Необходимо, нужно. Нужно делать, да, что-то. I need to go home. И там у вас какой-то... Что? Need to go home. I need to go home. То есть это необходимо, нужно, да? I need to. Да, да. Need to do something. Стиль у вас из этих, если пойду, да? Need to put up scaffolds, например. Need to. То есть все, что с to здесь обозначает действие в вашем листе. Need to. Need to build building materials. Да? Need to build build materials. Build materials. Необходимо строить материал. Нет, это тогда стройки. Пойдет вот deal with. I deal with building materials. Потому что materials основное слово что? Да, существительное. Это не действие. Need to необходимо. Что сделать? Что сделать? Либо запустить. Вот это to? Получается, need to. На действие. Need to. Deal? Не знаю, что вы там делаете с ними. Ну, например, procure. Закупать. Procure. Need to procure. Building equipment or materials. Еще одно слово.
То есть тут глагол какой-то нужен. Блин, запутался совсем. Вот как получится, необходимо закупить строительный материал. I need to procure. Без глагола. Я думал, какой глагол еще нужен? В смысле, вот же глагол. Нет, я думал, еще что-то вставить там. Третий вот же сам. Где я думал, еще один какой-то. Нет, зачем? I need to procure, и там уже что? Заказывать. Понятно. Я закупаю материал. Переводить. Мне необходимо. Да, купить. Мне нужно закупать там. Что-то. Building materials. Да, а тут уже у вас просто сами. Два глагола. I deal with, я имею дело с чем-то, я работаю с чем-то, поэтому там просто объект. So now work in pairs. Сергей work with Владимир, Артур work with Олег, and tell each other what you work with, what you deal with, and what you need to do at work. Из этих фраз тоже, в том числе. I work, why? With the, with the. Как визу? With the. You may start. I work with design. I work with... С дизайном работаю. Equipment. Okay. I work with equipment. Я работаю с оборудованием, да? Да. Конструкшн. Зачем ты работаешь? С оборудованием. Можно писать I work with static equipment, PD lines. Нет, не работаю. А, у тебя это как его? Технология. Необходимо put up. Put up steps. Технология тебе там делал. Технология Skyfall. Это у нас есть. Нет, это. Падение неба. Я Skyfall. Это деревушка была. Вот работа. Skyfall, который Джеймс Бонд на Франции. О, там же. Это... Имею дело, допустим, какой-то там местечко маленькое. Статик эквипмент. Нет, need to access the log, install the equipment. Да, дело. Как обычно. Я работаю. Together еще добавить. Работаю. Надо было еще, блядь. Работаю.
там, мне нужно. Ты это сказал, да, да. Я не следил просто. Так, еще раз не просто занимал даже, а как его. Need to at 6 o'clock. Нет, в этом. At 6 o'clock, install the equipment. Короче, в конец убирать его. То есть получается, need to install the equipment at 6 o'clock. Yesterday. А у нас всегда так. Когда надо? Еще вчера. Как вчера только сидишь, сказали. Уже вчера. Уже вчера, блин. Okay, alright, very good. Let's continue now actually to some more work, and we're going to refresh some of the adjectives. Вспомним прилагательные. Для начала, the first task is to ask the opposite. Помните, был такой вопрос. Какое противоположное? Да? Прилагательное «у». И вот такой вопрос. What is the opposite? Сейчас, да? Пока ничего. What's the opposite of? Да, какое противоположное прилагательное of? И называйте какое-нибудь. Например, what's the opposite of easy? The opposite of cold. Easy? Opposite of long. Easy? Что такое easy? Easy каждый. Every каждый. Easy легкий. Easy легкий. Long тяжелый, да? So what's the... А, он длинный, да. А, вот как. Смотрите. А, чтобы не запутаться. Многозначные, да, слова? Easy. Easy и light оба означают легкий. Обратное действие. Только... Не, light светлый, dark темный. А, вот light это еще и светлый, еще и легкий. Смотрите, какая вообще история. Значит, easy легкий для исполнения вообще, да, для того, чтобы что-то делать. Легкая работа, easy work, например. Easy task. Light. Это вес. Light, да, это вес. Light object, может быть, да? Light object. Или light room, например. Светлая комната. Тут у вас многозначность будет прям бить ключом. Поэтому, да, easy light. В таком случае, давайте вернемся. What's the opposite of easy? Напротив. Да. Easy. Opposite противоположное, значит. Ну, напротив. Так. Там у вас есть это слово? Easy, да? Light. Ну, нет же. Ой. Вспоминайте, там есть она. В первой строке. Cold. Как? Difficult. Difficult. Difficult, да. Сложный, трудный. Cold, hot. Господи, я всегда хочу difficult. Difficult. Все, и в том же духе продолжите. С различным путем. Все, задавайте вопросы друг другу. What's the opposite? Называйте прилагательно и ищите. Difficult это что? Сложный? Сложный. Не зеленый. Different разный. Тяжелый как-то. Что у вас есть? А зачем тебе тяжелый? Light. Ну, есть вот heavy. Легкий, heavy. И сложный. Нет, легкий и сложный, а если... Нет, все правильно. А если легкий и тяжелый? Блин, суть нету другого. Heavy, вот. Правильно, можно тоже включить. Heavy? Да. Heavy тяжелый, да? Heavy metal. Easy pop. Yeah, easy listening, да, есть такой жанр. Okay, continue, please, with this. What's the opposite of cold? Hot. Okay, Владимир, now you ask a question. Так, по цепочке, кто ответил, тот и задает вопрос. What's the opposite of open? Я бы участвовал. Close.
Also, okay. Sergey asked a question. What's the opposite of winter? Summer. Okay. Winter is the month. What's the opposite of dark? Light. Light, okay. What's the opposite of summer? Winter. What's the opposite of outside? Okay. Outside. Outside. Inside. Okay. Continue. What's the opposite of long? Short. Okay. What's the opposite of open? Closed. Right. What's the opposite of difficult? Easy. Okay. What's the opposite of different? Different. То что? Разнообразно. The same, that's right. Да, одинаковый, такой же. Окей? Все уже перебрали. Yeah. Perhaps. That's right. So, and... outside. Now, also, try to make a sentence with a word from each group. То есть у нас получилось, сколько здесь пар? Cold, hot, difficult, easy, outside, inside, summer, winter. Same, different. Okay, that's right. So try to make a sentence with each word from this pair. Да, с одним словом из пары попробуйте предложение составить. Пара. Предложение любого плана. Любого. Вы можете... I work with a long project. Long project. Okay, good. Good. We need to work in dark. In the dark, okay. Yeah. In the dark. Right. You can also start. Давайте. Пара. Да-да. Вот, так же будет цепочек пойдет. Владимир, Сергей, please start. My wife is easy. I need to easy. Open door. It's easy. My wife is hot. Open door. Can you say it? Сказать, да, у меня сложная работа. I have difficult. I have your red book is light. Это как? У него светлая голова. I drink dark coffee. I drink hot coffee. I drink coffee. Dark hot coffee. А что не бир? Cold beer. Ну, из Russian всякие есть. Different. Okay, what's in St. Petersburg? Если твоя теплая пиво, и можно туда пойдешь просто зимой, да? Питер, кофе с пивом? Нет, Питер это нечто. Я вот там, блин, в 86-м году я там попробовал первый раз кофе Блиссе. Я был в таком восторге. Когда принесли такой бокал, там столько кофе сверху мороженое. Офигенно. В Питере был коктейль Боярского пил. В то время Боярский еще не такой был популярный. Не, но он был уже этот фильтр был в Питере. Нормально. Такая континия. Не, ну тема в Питере это просто 3 дня, блин, я там был.
до сих пор не фантастичные вещи вспоминаю. Неделю был. Заходишь в ресторан, говоришь, 1000 чертей тебе приносит какой-то боярство. И говорит, тебе дебилы, что ли? Пришел, говорит, дай попробую, зову официанта. Я говорю, есть какой-то боярство? Да. Я говорю, что там, надо что-то сказать? И говорит, многие заходят и говорят, ну, как бы не особо. Okay, now let's also try to remember some of the actions that we sometimes do. Here we go. So what you need to do is to ask questions to these phrases in the past. Задать вопросы в прошедшем этой фразы. If we ask about past simple, what time markers can we have? Обозначение по времени в прошедшем, как? Yesterday. Yesterday, потом что еще может быть? Last. Last night. Last можно, да. Night, потом. Afternoon можно сказать. Night. Это last. Будет тогда yesterday afternoon, например. Да, last. А мы записывали last afternoon. Last afternoon. Night evening. Last evening. Окей. Okay. Last, я имею в виду week, тогда можно. Дальше. Month, year. Mm-hmm. В прошлом yeah. году. А last afternoon это что? Last afternoon. Последним вечером или прошлым вечером? Прошлым днем получается. Прошлым afternoon днем. Это день. Last afternoon. Прошлым днем. Вчера после обеда. О чем мы говорили? Эй, week ago. A week ago, да, вот это вот, ago. Где на ланч после обеда? Тут у вас пойдет какой-то, значит, период, диапазон, ago. Так, yesterday, это же вчера. Назад. Где в ее плейте, реально, yesterday? Окей, good. Чего? Так же парень нам продолжает. Слушай, а нормально же вообще начинаешь. Я тебя спрашиваю, это ты за стенкой поиграл на пианино? Ага. На 32 клавишах. Окей. No. No, I didn't тогда. No, I didn't. No, I didn't. No, I didn't. Give you the go to the cinema. Есть, нам что надо вот с этим спрашивать? То есть go вчера. To the cinema получается you yesterday. Did you и дальше вот эта фраза. Да. Вчера. Did you go to the cinema? Да. Да. И в конце какое-то обозначение по времени. Да, yesterday. Все. Last week, да, last month. Тут больше попадали. А если мы спросим, did you, did you, who, в прошлом году, who did you, did you тоже, who did you go to the cinema, with, в конце with будет, как бы с кем, правильно? Ну не с кем, а вообще в общем спросить, кто ходил в кино. А, тогда who went to the cinema тогда будет, кто ходил, who went to the cinema, who went, who went. В этом случае меняется тогда go no when, потому что ну, это отдельная история, пока не будем. А можно спросить, who did you go to the cinema with? Да, с кем ходил? Чуть много слов. Нормально. Did you go to the theater? Go to the cinema. No, I didn't. Did you go to last week? У вас фильм. А, ты смотрел да. Терминатор на прошлом. Нет, просто ты ходил в кинотеатр. Да, как бы ты зашел. Новое. I didn't. Did you play tennis? Last night. А на прошлой неделе я был в кино. No, I didn't. I don't play tennis. Why? Yes, I did. Смотри. I play yes. Watch games. Watch. Tonight. Yes. Yes, I do film. Так, did you do sport? А ты зачем тебе фильм? Ты просто скажешь, ходил ли ты в кино? Yesterday. Проще так. Yes.
Yes, I did. You go to the cinema. What? Закинуть, забросить. Не скажешь встать на стрелю. Так. Did you go to cinema? Go to cinema. To the cinema. Go to the cinema. Я без него сказал. Go to the cinema. A week ago. Yes, I did. Неделю назад ходил в кино? А, неделю. Понедельство? А вы? Да. А вы ходил неделю назад? Тогда не ходил. Но надо. Сейчас Google вышел. Вышел? Вышел. Он же не вышел. Подождал, что вышел. I don't know. Не буду. Я посмотрю. Perhaps. Yeah, okay. All right, very good. So let's move on now to the teaser then. Things where we stopped last time. Yeah, perhaps. So let's move on to page 47. No. Еще у нас 15 минут. Ладно, можно было пойти спать. 47, да? Page 47, yeah. Okay, that's 5. So now we're going to read a small story about a day of one person. So let's read the beginning to this story, the introduction. And we need to understand what a lot of people did on the 18th of October in 2006. And why? Okay, Sergey, can you read the beginning of the text? On the morning of Thursday. On day in history. Mm-hmm. 18th October. 2006 year. On the morning of Tuesday, 19 October 2006. Okay, let's stop for a second. Let's stop for a second. Еще раз, 19-е как будет? 19th. Th там есть. 2006 год. 2006. Либо так, либо 2006. 2006. 50 тысяч людей. Сколько? Да, 50,000 people. Дальше, in the UK. In the UK. UK. Sat down at their computers. Uh-huh. They wrote a book. When you читает, да? Wrote, да, просто wrote. They wrote a book about what they did the day before for a history website. Okay. The idea was to give a picture of life at the beginning of the 21st
21st, correct. 21st century. Okay, so let's have a look. What is the idea here? What is it about? Давайте попробуем перевести, разобраться, в чем тут дело. Артур, can you do that? 19 октября 2006 года 50 тысяч человек в Украине. Почему же в Украине? Мы их теперь только так зовем, в Украине. Великобритания, да, окей. Великобритания, United Kingdom. Сели за компьютер. За свои компьютеры. Ага, так. Они написали в блогах о том, что они делали днем раньше. Ну, в истории, для истории для исторического, да, сайта. History website. Идея была в том, создать картину жизни начало 21 века. Окей. No, why? It's interesting. Они же не хотим, все равно. And the research. Только так и тебе UK, значит, Украина. Признак слабости проявили. Исследование такое было. Ну, знаете, британские ученые. So, yeah. Okay, let's continue now to the first story. Первая история маленькая. So, Владимир, can you start it? Birmingham. Birmingham. Uh-huh. Yesterday was our friends. Anniversary. Right. Today was very typical. Typical. Good day. Special. I went to work by car as usual. The traffic was terrible. And I was very stressed. And they went fast. Okay. At 4 o'clock, I went to pick up my children from the nursery. We went to Pizza Hut and Hey Hut Pizza. Pizza, okay. Went more. My husband came home. He had fantastic surprise for me and a present. A trip to Paris on the Eurostar. I didn't have a present for him, terrible. But we had a good dinner and a bottle of wine. Wine. We went to bed happy. Okay, thank you. So let's try to find all the verbs in the past simple. Найдем все глаголы в прошедшем, so in English. So the first was, затем вчера там went, да, потом что еще есть? Went. Had есть. В этом же предложении we had есть еще одно. Да, came.
Так, что еще? Didn't have. Еще, да? Отрицание. Didn't have. Okay. Is the idea clear here? Давайте попробуем разобраться в чем-то. Смысл. So let's try to translate. Вчера. Была десятая, что-то там, годовщина. Так. Свадьба, наверное. Свадьба, да. Wedding. Судя по логике. Да, wedding, anniversary. Так. В этот день был обычный, но вечер был специальный. Особенный. Особенный. Я уехал, возвращался с работы на машине, как обычно. Нет, went to work, как раз. Ехал на работу. Ехал на работу. На машине, как обычно. Как обычно. Трафик был безумный. Ага, ужасный. Ну, смысле, пробки ужасные. Ужасные. Да? И я очень... У меня был стресс. У меня был стресс. Этот день прошел быстро. Быстро, да. 4 утра. Пикарно, почему утра? После работы в 4 уже. Ну да, да. А, в 4. Просто в 4 часа. Я забрала своих детей. Из чего вот это, я не знаю. Nursery. Ну, больница. А, нет, секунду. Nursery, это ясли. 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 Да. Можешь с медсестра же будет. Ну, а nursery ясли. Ясли. Детский сад, детские ясли, да. Ладно, ну ясно. Заведение. Мы поехали в пиццу. Пицца вот и что-то. И купили пиццу, наели. Ага. Затем мой муж вернулся домой. Ага. С фантастическим сюрпризом для меня. Ага. Привет. Подарок. Подарок, да. Подарок. Путешествие в Париж на Евростар. Ага. Я никогда не получал. Нет, тут нет никогда. Просто у меня не было. У меня не было подарка от него. Подарка для него. А, для него. Я не делала подарки для него. Нет, в смысле, он и подарил, а она нет. У нее не было. Ужасно. Terrible, да. Но. Но мы хорошо. Пошли поужинать. С бокалом вина. Had a good dinner. С бутылкой вина даже. Mm-hmm. И пошли спать чисто. Да. Много лет для счастья тогда пузырьки на руки. Да. That's right. 10 bottles of vin. Окей. Вторая еще вот небольшая. Давайте ее тоже. Arthur, can you read it? Nick from Glasgow. Так, 25 past 4. I got up. Quarter to 7. I went for a swim. 208. 18. No, lengths. Lengths. At the weekend, I sometimes do 400 laps. Half past 9, I went to work. Nothing special. Special? Half past 4. 4:04. I went home and I had a sandwich. 7:30, I went to bed. Okay. All right. What about the actions? So he says, I got up at Проснулся. Встал, да, проснулся. For a swim. Пошел плавать. Плавал, да. Что такое? 280 чего? Метров. Length? Ну, во всяком случае, это какой-то участок, в общем, отрезок, да, длины. Не знаю, там, видимо, чем-то измеряется.
Хотя обычно он плавает 400. Да. Может, это метр, может, там это какое-то другое измерение. Короче говоря, вот столько он проплыл. Бассейн. Ну, лэнс, потому что как-то не дает прямого перевода здесь, что это. Просто длина расстояния. 30. Nothing special. Ничего. Пошел на работу. Ага. Ничего необычного. Ничего особенного, да. I sandwich went to bed. Да, вот если составляем даже про себя рассказы, да, когда у нас три предложения мы составили, ограничиваемся. I went to work. Можно добавить даже такие nothing special. И это уже все равно сделает рассказ интереснее в плане английского. Okay, and we're going to finish with these three. Олег, can you please do it quickly? Сейчас можешь заканчивать. Ракель from Manchester. School as usual. Usual. In the afternoon we had history. It was good. Then English we had a film. Это 20 past 3. We went home and I went on the computer on MCN. MSN. MSN. Then I did my homework and had dinner. After dinner it was the big match on TV. Manchester United at home to Copenhagen in the Champions League. Three, zero to United. Brilliant. I went to bed late. Легла поздно, да. Okay, so let's have a look. At home, please finish the tasks. Task C here. Task C. На этой странице, на 47-й. Task C. Разобраться, вот эти предложения, к кому относятся. Так, затем. Yeah, that's essentially it. And also in the workbook, page 39. 39. Page 39. And yeah, that's it so far. Пока все. 39, да. Ну и там, возможно, придут снова глоссарии. Следите. Here's the list. Я уже один пишу.